И не нужно это абсолютно никак демонизировать. Я могу, ну, как человек, который занимается строительством, оценить, я уже сказал, это порядка 5-7 миллионов. Более точно можно сказать, потому что я не знаю, какие там были инженерные сети. Я видел абсолютно чистый акт на землю, без всяких ограничений. Я видел технические условия, на которые он выдавались. Не было никаких ни обременений, ни ограничений. Буквально перед вашим приходом я ради интереса открыл Гугле. В разных источниках от 7 до 250 тысяч проходит убитых. Никто не отрицает, что они там были. Но даже вот если взять этот вот музей, на который хотят там сделать, а чем они хотят наполнять его? Фигурируют таких-то 5, максимум 10 имен. Нету ни экспонатов, нету ничего. Ну, тех, которые стоят около шлагбаума, там, я не считаю протестующими. Это людей наняли, они выполняют. Это мое личное мнение. Почему они не стоят, опять-таки, я уже повторюсь, на линии Сталина? Почему я их не видел около памятника Ленина? Почему они не стоят? Ведь это же они все затеяли. Почему они не стояли на входе на заправку? И вообще, где они были, когда вся шла эта стройка? Ну, я думаю, что тут самая большая вина, в принципе, лежит на хозяевах этого заведения. Если бы я был на их месте, я бы поступил по-другому. Я бы выложил все разрешительные документы, которые получены. И как вот я уже наговорил в предыдущих интервью, то есть масса документов, это не в чистом поле строилось, и объект не был сброшен в одну ночь с Марса. То есть все это прекрасно видели, и в таком месте, фактически там, где проезжает глава государства, и все это видят, невозможно построить что-то самовольно. Тут другой вопрос возникает. Если вдруг на хозяева завернут это все на бумажку, но сделают какую-нибудь ленточку и передадут этим демонстрантам, что они с этим будут делать? У них есть деньги на это обслуживание, они могут это заставить как-то экспонатами. Куда они это возьмут? Евреев всегда интересовал один вопрос, не почему забирают, а кому отдадут. Кому это нужно? Абсолютно нормальное решение было бы такое. В Беларуси не так много каких-то туристических маршрутов и чего-то такого, чтобы оно могло завлечь реальных экскурсоводов. Можно создать там исторический какой-то маршрут. Можно попросить их, потому что это входит в сферу их коммерческих интересов, проинвестировать в какое-то там благоустройство, все это создать. На самом деле памятник какой-то исторический, в прямом смысле этого слова. И ничего такого, если люди после этого придут и покушают, я не вижу.